Я вітаю наших глядачів. П'ятницю вирішили провести не з новинами. В Україні наразі склалася ситуація, яку треба обговорювати. Не без емоцій, але конструктивно. Хто сьогодні стоїть на Євромайдані? Хто є опонентами цих людей? За що, власне, борються ті та інші? Бо цілі їх мінялися. Яку роль у процесах обох полярних демонстрацій грають політики? Ми спробуємо розібратися протягом спеціального ефіру. Багато гостей будуть сьогодні висловлюватися. Перші з них вже поруч зі мною. Це Владислав Романов, депутат обласної ради об'єднання «Демократи», Сергій Воробйов, депутат міської ради КПУ, і Євген Морозенко, депутат Верховної ради партії регіонів. Я мушу зазначити, що першою особою, якій ми запропонували взяти участь в ефірі, був міський голова Іван Куліченко. Багато очільників українських міст за останні 2 тижні приходили на телебачення. Їхні думки навіть протилежні, відомі українцям. Втім, Іван Іванович, мер Дніпропетровська, через прес-службу міської ради просив передати, що у політичних ток-шоу участі не бере. Тож я вітаю тих, хто не має такого табу, і тільки скажу, що номер 370-3101 працює, і глядачі можуть приєднатися до нас, якщо мають таке бажання. Добрый вечер еще раз нашим гостям сегодняшним. Итак, я предлагаю каждому из вас сейчас высказаться по теме, о которой я только что сказала. Я думаю, что равнодушных и неосведомленных людей сегодня нет. И, к сожалению, мнения жителей Украины и Днепропетровска, в частности, очень различны. К сожалению, полярны даже. Я не буду начинать с вопроса. Я хочу услышать вашу оценку и ваше видение событий, которые происходят сегодня в Украине. Определите для начала, что сегодня происходит в Украине. Это революция, это акции протеста. Если да, то кто против чего протестовал и протестует сегодня? Это повторение Майдана. Возможно, у вас есть свои какие-то версии, названия. Пожалуйста, я думаю, что первый Евгений Вадимович начнет. Хорошо. Ну, вопрос многоплановый на самом деле, потому что событий происходит много. Самых разных событий. Для меня сегодня из основных событий это сегодня визит президента в Китайскую Народную Республику, например, над которым мы очень много ожидаем. Я как авиационный конструктор, как руководитель авиационного предприятия в прошлом, я очень много ожидаю от этого визита. Я бы назвал это сегодня главным событием. Сегодня происходит у нас на Украине, в Киеве, сегодня происходит саммит ОБСЕ. Это тоже очень важное событие. Мы организовываем эту работу. Это по знаковости я бы назвал вторым по значимости событием. Если говорить о тех собраниях и митингах, которые происходят в Киеве. Да, это тоже новость, это тоже событие. Ну, главным я бы его не назвал. Есть часть людей, которые не согласны с каким-то действием власти существует. Она есть всегда в любом обществе. И они имеют право в демократическом государстве выражать свое мнение. Это нормально. Правы они или нет, ну, это дискуссионный вопрос. В Днепропетровске, насколько мне известно, ничего подобного там по поводу митингов особых не происходит. Люди собираются, обсуждают вопросы радикальных, противоположных точек зрения. Я, честно говоря, в Днепропетровске не слышал. Вот в Киеве есть В Киеве есть часть приезжих из Западной Украины, которые там блокировали несколько зданий правительственных и культурных центров, которые занимают там на Крещатике, мешают людям елку устанавливать. Они есть. Они высказывают свое мнение, но у них, на мой взгляд, неправильное, но это мой взгляд. Потому что, ну, сложно. Я не могу, честно говоря, понять, я только из Киева прилетел, я вижу, общался с этими людьми, я не могу понять их позицию, за кого они, что они хотят. Они не могут выразить это рационально. Они все время кричат, там, геть, там, провокация или еще что-нибудь, кричат, но криком трудно объяснить их действия. Считаете, они не пускают людей проходить по улицам нормально. Да? Они, дети не могут ходить нормально в школе. Киевляне, с кем я общался, они очень раздражены всем этим. Горы мусора на Крещатике. Там. Ну, в общем, это ненормальная ситуация совершенно. Весь город Киев живет спокойно, без проблем. Вот я прилетел буквально только что из Киева. Давайте послушаем ваше мнение, уважаемые гости.
Кто из вас? Пожалуйста, давайте. Ну, давайте коммунисты вторые, мы говорим. Конечно, да. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Но, к сожалению, на мой взгляд и на взгляд представителей нашей партии, Коммунистической партии Украины, основное событие в Украине сегодня – это все-таки тот политический кризис, который в стране, к сожалению, разразился. Этот политический кризис, ну, опять же, к сожалению, продолжает и продолжает нарастать. На сегодняшний день разрешение этого кризиса, ну, наверное, где-то лежит в плоскости все-таки, я думаю, политической. И мы рассчитываем на это, что только политическими методами политические лидеры смогут разрешить данный политический конфликт. То, что произошло. Произошел Майдан, это, собственно говоря, инструмент того гражданского общества, которое мы имеем в Украине. В нашем основном законе, в Конституции записано, что источником власти в Украине является народ. Народ, все политические силы, и власть, и оппозиция должны все-таки слушать. И когда меняется какой-то такой серьезный, решается какой-то серьезный вопрос, решается, собственно говоря, судьба страны, мы стоим на переломе, то ли идти в одну геополитическую структуру, то ли в другую. Поэтому народ в такие моменты надо спрашивать, проводить референдумы. И только после принятия такого решение, если политикам не нравится закон о референдуме, ну давайте его поменяем, давайте, политики, соберитесь на круглый стол, обсудите, вынесите его на обсуждение, проголосуйте, примите тот закон, который устроит все политические силы, проведем референдум, спросим народ и пойдем туда, куда нужно. На сегодняшний день, собственно говоря, все политические силы, я об этом уже несколько раз говорил, апеллируют к мнению народа, но никто это мнение еще не спросил. То это наша мнение... основная позиция, надо спросить. Что вот, меняется постоянно, меняется на Майдане? На сегодняшний день мы уже видим выступление нескольких политических лидеров соседних государств. На Майдане они выступают, это были представители и парламентских структур, и европарламентских структур, и соседнего государства. Ну, вы знаете, я считаю, что это уже неправильно. На наших Майданах должны выступать наши политики. Мне сложно представить нашего премьер-министра или главу Верховной Рады, выступающего в Мадриде на митинге, например. Мне сложно это представить. Вы сказали, что это дальнейшее нагнетание обстановки. Этого не должно быть. Нагнетание. А кто нагнетает, определите тогда. Если вы знаете, кто приглашает собрался митинг, собрался он хаотически, по тому, что произошло в ночь субботы на воскресенье. Это было с пятницы на субботу. Это было неправильно. Применение силы Беркутом необоснованно и неправильно было сделано. Против, увидев эти картинки по телевидению, большинство народа вышло по зову сердца, там, против определенной ситуации. Это правильно. Это элементы гражданского общества. Но нужно решать эту ситуацию. Политический кризис, я правильно вас поняла? Да, да. Пожалуйста, Владислав Евгеньевич, определите вы ситуацию, которая происходит сейчас. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я думаю, с начала нашей дискуссии вы, наверное, уже поняли, что главная проблема состоит, и она осталась, в том, что власть как не слышала, так и не хочет слышать людей. Если мы не считаем, что в нашей стране острейший политический кризис, и то, что фактически страна действительно сейчас может оказаться не на перекрестке движения там, в одну геополитическую реальность или в другую, а на перекрестке гражданской войны или введения какого-то чрезвычайного режима, я думаю, что, наверное, многие со мной согласятся. Поэтому нам нужно очень серьезно относиться к этому. Майдан — это, да, это инструмент, это болевая точка, которая прорвалась. Потому что люди сейчас стоят на Майдане не только потому, что они так отреагировали на ту жестокость Беркута, с которой не разогнали Майдан, напали на Майдан. Понимаете, Майдан как был, он так и остался. Непонятная ситуация с тем, кто отдавал приказ. Сейчас начинают прятать одних, делать одних виноватыми, значит, прятать организаторов. Причем постоянно вся эта информация перепутывается, она обрастает новыми какими-то фактами, домыслами, явно тормозит Генеральная прокуратура расследованием всех этих вещей. Это не делает ситуацию более спокойной. Тем более, понимаете, когда, опять-таки, есть очень острый конфликт, который имел место вчера в Киевском УБОЗе с задержанием этого активиста, там, с какими-то драками,
ну, наверное, уже после того, что говорил министр внутренних дел, многие другие представители кабинета министров о том, что не будет таких вот акций, не будет таких, значит, вещей, ну, наверное, кому-то это нужно. В чем есть самая глубинная проблема? Она состоит, ну, не в слабости гражданского общества. Я возьму на себя смело сказать, что оно у нас в зародышевом состоянии. В слабости и фактически формальных просто институтах демократии. Потому что за целый ряд лет, это не только вот те последние там, 3 года жизни Украины, к большому сожалению, это и предыдущий период, в общем-то, тоже не способствовал укреплению института демократии. Власть научилась не слышать народ. Она либо делается обещаниями, либо просто пиарится, либо устраивает какие-то абсолютно формальные контакты. Естественно, что все это накапливается, это вот социологи фиксируют тем, что большинство населения не доверяет политическим партиям, что большинство населения крайне негативно относится к институтам власти. Там, эти цифры до бесконечности можно приводить. Естественно, конечно, что для этого нужен был какой-то вот толчок, повод, это вот крушение евронадежды. Вот давайте мы с вами определим, что, да, что это за толчок. Как вы назовете то, что происходит сейчас? Вот мы уже услышали от двух ваших коллег. Толчком, скорее всего, что было волюнтаристское, абсолютно, ну, скажем, такое... Ну, я скажу, может быть, резко хамское решение. Вот вы тут надеетесь, а мы поступим так, как считаем нужным. Вы сейчас говорите о причине. Это 21 число. Это заседание кабинета министров, на котором из 22 членов кабинета министров присутствовало 9. Это при том, что документ не визировался так, как положено. Это при том, что это распоряжение кабинета министров, которое не может отменять, естественно, закон, а говорить там при остановке и так далее. Это решение Кабмина стало толчком к чему? Формальным поводом для проявления этого недовольства. То и есть вот то, что сейчас происходит, это проявление люди недовольства. Люди вышли на демонстрацию, но опять-таки кто-то принимает решение. Угу. Кто-то принимает решение, значит, о том, что их нужно либо проучить, либо использовать эту ситуацию там, для каких-то более внутриклановых политических... Мы ждем, возможно, нам ответить все-таки на вопрос, кто принял это решение, хотя, в общем-то, абсолютно, многие очень абсолютно догадываются. Неправильная трактовка событий, мне кажется. Да? Почему? Потому что ситуация, которая произошла с Евросоюзом и с неподписанием, а с остановкой, с взятием паузы, она совершенно логически, разумно оправдана. Я хотел бы сказать, что мы должны быть сегодня благодарны правительству, должны быть благодарны президенту за то, что они поступили как государственные деятели, ну, мы сейчас а не будем, как политики. Мы вот сейчас не будем обсуждать нужность или ненужность вступления Украины в Евросоюз. Мы сейчас говорим о том, что стало причиной того, что люди вышли на улицу. Когда называют решение волюнтаристским и непродуманным, то я говорю, что это совершенно неправильная точка зрения. Оно как раз продумано абсолютно и обосновано абсолютно. Вы только что, когда вы начинали эфир, вы сказали о том, что вы не видите противостояния мнений. Я не вижу противостояния. Я вижу, что большинство Украины, подавляющее большинство наших граждан, продолжает спокойно трудиться, спокойно работать. Они понимают ситуацию, видят это, и это подтверждено многочисленными нашими исследований, которые касаются всех наших основных областей, областей, которые зарабатывают сегодня деньги для Украины. Есть только маргинальная часть определенная, да, обманутых людей, в основном молодежи, которая поддалась на манипуляции определенных политиков и вышла сегодня на улицы, сама не знаю почему. Вот это есть сегодня. И об этом нужно говорить. Ну вот посмотрите. Причем должен сказать, что очень серьезную лепту в то, что люди вышли, в основном дети на улицу, да, вложили средства массовой информации, необъективно подавая сегодня ситуацию, которая находится в стране. На сегодня деле, то, что происходит, необъективно. Да, необъективно, абсолютно, односторонне и необъективно. Лен, ну вот сегодня, например, вот что происходит именно сейчас? На фоне вот того Майдана, то, что происходит. Вот некоторые политические лидеры просто решают свою предвыборную программу. Да, это основная и цель, все. Сережа. Это понимаете? Основная вот цель. Я когда захватить смотрю, власть. Любыми способами, по трупам. И никакой не Евросоюз им нужен. Им нужен, им нужна дестабилизация обстановки в стране. И все. Ну, я вам скажу, когда начинался, когда люди вышли в Днепропетровске на митинг, на один из первых митингов, политических знамен никаких на этой демонстрации не было. На первых.
Я говорю о первых. Мы не говорим о том, что я сейчас. Я из Киева приехал буквально вот не совсем вот несколько часов назад. Видим сейчас. И везде там митинги, и везде там флаги, и везде выступают с броневиков. Первый Майдан, возможно, мы говорим за Европу. Второй Майдан был против, и сейчас стоит Майдан. Это Майдан против политической власти. Я об этом говорю. Первые демонстрации мы видим флаги Украины и флаги Евросоюза. Не более. Ни флагов коммунистической партии, ни партии регионов, ни каких-либо других. Давайте мы немножко по-другому посмотрим на эту проблему, потому что мы можем очень долго говорить о там, причинах первых, вторых, там, третьих, там, послужило, не послужило. Сейчас ситуация состоит в следующем. Мы должны выйти вот из этого тупика, потому что это тупик уже. Потому что, с одной стороны, сейчас подтягиваются ресурсы, силы для того, чтобы так или иначе задавить это движение. С другой стороны, естественно, конечно, есть головы, которые хотели бы эту ситуацию там конечно, использовать. Конечно, выход. Ничего не давит. Мы сейчас предложили в парламенте организовать рабочую группу по расследованию тех событий, которые были на Майдане. Давайте сейчас. Вместо этого оппозиция заблокировала трибуну. Каждый из вас скажет коротко о возможных вариантах выхода. Я считаю, это не нужно делать. Мы имеем сейчас телефонный звонок с вопросом нашего зрителя, и после этого вы каждый коротко скажете о путях, которые вы видите, да, как выход из ситуации. Пожалуйста, добрый вечер, слушаем вас. Есть у нас звонок? Не слышим. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло. Да, мы вас слушаем, пожалуйста. Я хочу задать вопрос. Почему вывели детей, которые не достигли 18-летнего возраста? Ведь голосуем с 18 лет. Дети попростужались, лежат на этих холодных... Вот на холодном асфальте. Ну неужели нет заботы о нашем будущем, о наших детях и ребятах? Спасибо большое. Почему вы ввели детей? Собственно, к кому вопрос? Я вообще не понимаю родителей этих детей, которые пустили их в Киев, в такую бойню, которая происходила. Я не понимаю милиционеров, которые применяли такое насилие, видя, что перед ними находятся дети. Ну, спрашивали о детях вообще. Понимаете? О детях спрашивали. Вот я кто их туда пустил? Зачем их туда привели? Вот в чем вопрос. Страна этого не понимает. Президент осуждает. Правительство осуждает. А противостояние продолжается. Понимаете? 18-летние вот студенты, начиная с 18-летнего возраста, если мы говорим, вышли на мирные митинги, о которых мы говорили, с целью выразить свою гражданскую позицию. Не под политические знамена никакой из партий. Вы не услышали вопрос. Вывели детей. Вопрос кому? Кто вывел был детей? Какой? Говорится, кто пустил про детей, момент. Кто задействовал выход в этой акции? Мы сейчас кто задаем вопрос родителям или кому мы я задаем? Говорю или определенной политической людях, партии? Которые их вывели туда, на эту площадь. То есть вы считаете, что кто начало демонстрации... Кто обращался к студентам выходить на улицы, Майдан организовывать? Блокировать правительственный закон. Кто это делал? Я вам отвечаю, это политики оппозиционные, конкретно. Назовите, три лидера. Яценюк, первый, да, второй Тягнебок, третий Кличко. Вот три человека, которые несут ответственность за это. С самого начала всех событий, конечно, они должны нести ответственность за я это. Я вас поняла, вы как считаете? Я считаю, что за то, что происходит в Украине, несет ответственность действующий президент, действующее правительство. И, естественно, та политическая партия, которая сейчас составляет большинство в Верховной Раде. Да, это мы вывели студентов на улицу. Нет, вы несете ответственность за ситуацию. Почему люди вышли, почему мирная демонстрация приобрела вот такие драматические... Давайте, к сожалению, наш блок, ваш блок, он заканчивается. Каждому по минуте о путях выхода. Как вы, каждый из вас, лично видите разрешение этого конфликта или отсутствие конфликта. Смотрите, как Майдан это, собственно говоря, что? Это люди вышли, чтобы сказать свое слово. Вышли самые активные, так скажем, люди, которые таким образом говорят свое слово. Почему мы это слово не даем другим людям, которые не поддерживают этих людей? Почему мы этого не делаем? Поэтому наш путь выхода, компартия такое рисует и говорит, что так надо поступать. Нужно дать всем людям слово и определиться все-таки, куда мы хотим идти. Это будет гораздо быстрее и цивилизованнее, чем стоять на Майданах. Путем референдума. Путем референдума, абсолютно. Пожалуйста, верно. Евгений. Сегодня нужно всем успокоиться. Я хотел бы, пользуясь этой минутой, которая есть, обратиться просто к родителям тех детей, которые стоят сегодня там на площадях, обманутые. Повлияйте, пожалуйста, на них, заберите их домой.
не надо им мерзнуть за чужие какие-то интересы и за каких-то непонятные лозунги непонятных политиков. Они должны сегодня учиться, набираться знаний и заниматься тем, чем занимается молодежь. А это подготовка к взрослой жизни. Им еще рано сегодня, да, рассказывать премьеру и президенту, что делать. Им но обращаться с просьбой голосовать – это не рано. Все-таки, да, им рассказывают, за кого нужно голосовать. Да, и голосовать после того, как они научатся нормально, адекватно оценивать ситуацию. А родители, еще раз очень попрошу, подумайте о своих детях. Политики, которые призывают вас, своих детей не держат на Майданах. Они в Лондоне учатся или еще где-то. Понятно ваше мнение, пожалуйста, одна минута. Ну, я согласен с тем, что нам нужно сейчас как можно меньше проявлять эмоций, особенно политикам, на которых возложена политикам Верховной Рады, в первую очередь, на которых возложена такая ответственность. Верховная Рада – это инструмент для того, чтобы решить этот серьезный внутриполитический кризис. Но речь идет о том сейчас, что, наверное, должны слушать все. Я не думаю, что мы сейчас могли бы увести решение в сторону подготовки там, референдума или изменения закона. Я хочу сказать нашим телезрителям, что по большому счету у нас в нашем распоряжении двое суток, потому что истекает срок фактически исполнения решения суда по администрации Киевской городской, по Дому профсоюзов. Это серьезный вопрос. Это, естественно, конечно, и воскресный митинг, народная вечер, который уже объявлен. Я думаю, что мы должны садиться за стол переговоров, как страна, как политический лагерь. Ну, представители, лидеры партии. Лидеры партии в первую очередь. Фракции в парламенте во вторую очередь, да, вот в этом формате. И, наверное, они должны предлагать некий компромиссный вариант для того, чтобы все-таки президент эту ситуацию взял под контроль. Потому что общество требует, чтобы виновные были наказаны. Но, с другой стороны, конечно, есть очень много слишком таких радикальных требований. Нужно понимать, что всегда нужно идти на определенные компромиссы и уступки. Спасибо большое. Спасибо нашим гостям. Зараз у студії будуть інші гості. Ми хочемо надати можливості висловитися і пересічним, і не дуже пересічним громадянам Дніпропетровська, і журналістам, і учасникам Євромайдану у тому числі. І одразу скажу, що усі ці люди висловили бажання прийти до нас у студію і бути почутими. На жаль, ми не змогли знайти учасників провладного Майдану, які б за власним бажанням прийшли до нас у студію. Тож маємо пряму мову просто з місця подій. Слухайте далі і будемо говорити далі. Думаю, що їх просто не скажуть. Ми з міста Новомосковська і приїхали сюди, щоб підтримати нашого президента Віктора Федоровича Януковича. В чому підтримати? В чому підтримати? Звісно, як правильно говорить наш президент, ми за євроінтеграцію, ми за вступлення. Хотя бы сначала за подписание ассоциации, но не такими методами, как это планировалось. Вы сегодня приехали с коллективом? Конечно. Да? Конечно. А как узнали о том, что здесь будет митинг и почему решили собраться и приехать? Как вообще сюда добирались, Новомосковск? Как добирались? Своим ходом добирались. А сколько у вас приехало человек с вашего предприятия? Это необходимо? Ну, вы же приехали, вы же встретились с вами, я так понимаю, вы не один. Приехали. Конечно, не один. Приехало больше 100 человек. Все, что я вам могу сказать четко. Ребята, мы против фашистов. Против фашистов. Вы бачите, что фашист? Никто из вас не бачив, как кров расставала. Мы эту власть отстаиваем, но не фашистов. Фашист поднимается. Дети, не продавайтесь, не піддавайтесь на провокації. Що таке Гітлер погубив за 4 роки? 400 тисяч мільйонів чоловік. І ви зараз вас тягнуть в цьому. І, між прочим, я, звісно, совєтський чоловік, але я підтримую Януковича. Чому? Да тому що при ньому, провірте ці 22 роки, при ньому стало стабільно і більше. При нем добавились пенсии. И сейчас хотят его фашисты снять. Поддержать президента Януковича. В чем? Именно в том, что он прав.
именно прав в чем? В том, что не надо пока нам входить в Европу. Мы очень слабая страна. Нам надо выждать, надо сравняться по уровню жизни и тогда только вступать в это дело. Как вы сегодня узнали о том, что здесь будет митинг в поддержку? Ну, наше предприятие, это теплоэнерго, значит, большим количеством пришло сюда. Естественно, это организовано просто. Мы знали, что здесь будет выступление, и приехали. А чего сюда приехали, поддержать президента? Нашего президента Виктора Януковича. А де ви працюєте? Звідки ви взагалі? Як ви сюди добралися? Автобусом я добралася, маршруткою сіла. На маршрутку і приїхала. А звідки ви дізналися, що тут буде мітинг? Дізналася просто. А ви підтримуєте президента у чому? У всьому я підтримую. Тому що я думаю, що він вірно приймає рішення. А де ви працюєте? Якщо буде підписана угода про асоціацію, це на вашу роботу якось вплине? Ні, я думаю, не вплине. А де ви працюєте? І ми разом я де працюю. І ми є українською підприємцем. Я знову вітаю наших глядачів і вітаю нових гостей нашої студії. Склад гостей змінився. І у нас у студії Євгеній Гендін. Він автор і музичний керівник кабаре «Веселий пісець». І Михайло Гендін, програміст і мешканець, пересічний мешканець Дніпропетровська. Я б так сказала. Батько і син. А я не пересічний? А ви вже не дуже пересічний. Ви вже трошки відомий. Отак розкол відбувається. Я так розумію. Ну, може бути, не так. Да? Хорошо. Ви слышали, наверное, да, о чем мы начинали говорить в первой части нашей программы. Пожалуйста, вот вопрос к вам. Определите, пожалуйста, что сейчас происходит в Украине. Следите, конечно же, за событиями, наверняка участники. Как назовете, как определите те события, которые происходят сейчас? Я думаю, Миша, надо чуть-чуть еще минуту прийти в себя. Я человек более привычный. Вот просто после того, что мы здесь слышали. Вот вы знаете, я думал, у меня такое ощущение, вот я слушал господина, человека, живущего со мной в одном городе, в одной стране, человека, с которым вроде бы надо искать общий язык, человек, который как бы представляет власть, которая, в свою очередь, представляет наш народ. И у меня создалось ощущение, что, в принципе, имея паспорта одной и той же страны под названием Украина, слава богу, что пока еще одной страны, мы живем в совершенно разных странах. Я хочу верить, что это его личное ощущение, а не линия вот, партии, потому что месседжи звучат одни и те же. Но у меня, я ожидал каких-то более... Миша, почему надо отдохнуть, потому что он... Отвык от такого, он меньше общается, он живет там как бы своей жизнью. Я ожидал более чего-то как бы, ну, завуалированного. То есть, оказывается, кучка маргиналов, чего-то там, которые кладут детей. Знаете, как говорил Паниковский, поезжайте в Киев и спросите. Лучше всего самим поехать это увидеть. То есть, кучка маргиналов, в стране все спокойно, в стране все хорошо. Президент едет в Китай, потом... Чуть на Мальту не заехал, но заехал в Сочи. А просто весь Киев раздражен на вот этих пачкающих, сорящих и оправляющихся людей на Майдане. Это оказывается, кучка маргиналов. А люди должны, значит, приходить на свои рабочие места. Неважно, какие они рабочие места, насколько они модернизировались за последние годы. Что, типа, то есть я ожидал все-таки каких-то вещей 21 века. Услышал просто, я назову вещи своими, так как оголтелую пропаганду. Глухого такого вот совка. Куда под... Я очень не хочу, не раз... наоборот, я человек миролюбивый и хотел бы всегда искать общий язык. Но вот это и, по мне и есть раскол. Понятно, что на Майдане есть... Я считаю, как я расцениваю эти события, я считаю, что это просто... Ну, хочется кому-то назвать восстание, хочется не восстание. Еще окончательного ничего не произошло. Но в любом случае то, что накопилось, у меня накопилось у людей, у разных людей. Ведь говоря о том, что это восстание маргиналов, просто оскорблены куча достойных людей, представители интеллигенции, творческие интеллигенции, студенты и так далее. Вы как определите? Это что? Это демонстрация? Это акция протеста? Это, я уже я не, бы, не знаю, я бы это еще. Назвал на данный момент попыткой, пока еще попыткой, по моей характеристике, антижлобской революции. Антижлобской, можно ее назвать, наверное, антисоветской. Попытка потому что попытка революции. Добить метастазы вот эти. Кто присасывается к этим революциям? Есть ли там провокаторы? Безусловно, есть. С обеих сторон есть. Но власть слишком долго игнорировала людей, слишком долго считала их за человеческий материал.
Мы сейчас с вами продолжим искать определение. Продолжим и с вами, Миша, и с вами, да, я хотел Евгений, вообще, дальше. В Европе больше жить им, а не они мне. Есть у нас звонок зрителя. Вот, ну, к сожалению, уже нас вот и обвинили в том, что нет у нас представителей провластного Майдана здесь. И, возможно, не очень хорошо мы их искали, нам было уже сказали. Есть у нас звонки зрителей. Пожалуйста, ваше добрый мнение вечер. Готовы послушать. Да, добрый вечер. Да. Здравствуйте. Прежде чем ехать на саммит, выступал президент по телевизору и объяснял, почему он не подпишет соглашение. Да. А те, которые хотят власти, они идут по головам три тужа, которые в оппозиции. Угу. Они не смотрят, что дети раздетые были на Майдане. Их профессура Жабадевская всех привела. Угу. Спасибо. Все, большое. Спасибо за ваше мнение. Ну, видите, мы имеем мнение очень полярное. Дана команда по раздетым детям. Я все-таки не соглашусь. Теги есть. Тег сейчас популярный — раздетые дети. Миш, ты одет, хорошо, нормально все, да? Миш, как, ну, ты как меня вы определите? Раздетым в студию. Вот представитель молодого поколения. Да, действительно, вам жить дальше, да, наверное, вам больше придется определять, чем сегодня нам. Вот что вы думаете по поводу той ситуации, которая сегодня сложилась? Я не хочу сейчас обсуждать, нужно или не нужно нам вступать в Евросоюз. Да? Вот что сегодня происходит в Украине? Я думаю, что текущая ситуация вызвана тем, что просто достигнута точка, при которой крайне трудно сосуществовать одновременно власти и народу. То есть, если, например, месяц назад, конечно, может быть, рейтинг власти был немного выше, чем сейчас, но все равно он был низкий. Но мы могли говорить, нам не очень нравится эта власть, но с этой инициативой мы согласны. Она занимается евроинтеграцией, с этим мы согласны. Но точкой невозврата стали события на Майдане и его разгон. После этого просто трудно поддерживать, даже если кажутся здравыми, какие-то отдельные инициативы. Каждый раз, когда ты задумываешься о том, что, может быть, в этот раз эти люди нас не обманут, в этот раз они скажут правду, перед глазами встают картины разгона Майдана, картины Беркута, который бьет лежащих людей. Да, вот эти картины. А как вы считаете, в чем причина вот таких полярных мнений, которые возникли? Они ведь есть не только у людей старшего поколения, они ведь и у молодых людей тоже есть. И недаром те молодые ребята, которых сегодня уже назвали тетушками, да, они ведь наверняка думают по-другому, нежели вы сейчас думаете. Возможно. Я не против, когда люди действительно так думают. Мне меньше нравится, когда люди просто не думают. Ну, то есть я думаю, что в случае с теми, кого называют тетушками, проблема не в том, что они думают как-то по-другому. Проблема в том, что они думают просто о чем-то другом. И что, ими неправильно руководят? Ведь тогда, если они не думают, они могут примкнуть к любому лагерю. Что значит неправильно руководят? Если они же выходят и что-то выражают. Если у кого-то... Нет, мы же говорили про так называемых тетушек. Если у кого-то есть свой, грубо говоря, военизированный отряд, то... По-моему, вопрос не в том, правильно или неправильно им руководят, а в том, допустимо ли существование таких отрядов. Лена, их просто, извините, пожалуйста, их просто не считают за людей, их считают власть за человеческий материал. Потому что когда надо обеспечить явку там куда-то, под какими-то знаменами провластными, они... сознательные граждане, или проголосовать строем. Мы давно живем, много видели, и местные выборы эти. А тогда, когда им надо высказать свою гражданскую позицию, они оказываются раздетые дети. То есть вот это вот, тогда вспоминайте, двойная мораль, которая насквозь. Я не говорю, что я не принадлежу ни к какой двойная оппозиционной мораль. Партии. Ни копейки никогда ни от какой оппозиции не брал. Более того, не питаю особых уважений к лидерам. Но тухлятина, в котором мы живем, и которая углубила вот эта власть своей двойной моралью, и очень хорошо, если на примере вот этих раздетых mm-hmm. детей, уже протухло. Так дальше жить нельзя. Ну, мы просто же говорим, вот и все, вот такие простые, мы говорим, банальные вы вещи. Сейчас говорите о том, что вот этих ребят используют как материал, да? Мы слышали звонок от зрителей, мы слышали мнение вот предыдущих наших гостей о том, что кого-то тоже используют, вот раздетых, все, да, их тоже политики кто-то всегда вывел, кого-то кто-то используют. И никто из политиков не делает святых. Но дело в том, что сейчас просыпается. Думали, что заснули люди, а они не заснули. Я хочу сказать, что вот у меня есть знакомый врач,
знакомая врач, которая как бюджетник ходила на этот митинг, который организовывала в поддержку там, стабильности и так далее, всего хорошего. А на плохой, который за там, Европу, евроинтеграцию, назовем его просто, за человеческое достоинство Свердловской, по зову души. И вот надежда на то, что армия бюджетников, да, армия бюджетников будет, я знаю, но я не буду говорить, врать, говорить, что про коммунальщика или кого-то, но учителя, врачи, я знаю эти настроения. Они пойдут, они вынуждены, их держат на коротком крючке. Но голос их и сердце, в конце концов, я верю, что страна будет строиться и сердцем, и разумом. Не сердце, так... они, это власть сердца этих людей, она их теряет. Эта власть. Давайте послушаем еще одно мнение нашего зрителя или зрительницы, я не знаю сейчас, кто будет. Пожалуйста, добрый вечер. Добрый слушаем. Вечер. Добрый вечер. Я, вы знаете, слушая вашу передачу, это, конечно... Интересно, когда вникаешь в политику, когда переживаешь за страну, когда переживаешь за тех людей, которые на Майдане. Что я хочу сказать? Та молодежь, которая вышла во Львовской области и Ивано-Франковской области, может быть, еще в каких-то областях я так не проследила, они молодцы. Но почему говорят, что там не было знамен? Впоследствии там были знамена и свободовцев. Впоследствии. Красно, да, красно-черные. Вот, это одно дело. Я полностью поддерживаю политику, которую ведет наш президент. Ведь он сейчас побывал, он сейчас в Китае. И тут вот язвительный такой вот журналист сидит. Вот, и он сказал язвительно, то он в Мальту, а сейчас нет, он в Китае. Ну разве так можно? С такой насмешкой. И вообще, когда я слушаю передачу, три журналиста, Васильев и вот товарищ сидит рядом с вами по левую сторону, вот, они всегда как-то очень весело, играючи говорят о политике. Вот и сейчас. Пусть он мне объяснит, что это за презрительный такой вот жаргон. Совки. Вот я бы хотела слушать. А я вообще-то поддерживаю. Спасибо. Наш... Спасибо за ваш вопрос, Евгений. Ну, кто мне, такие мне что-то совки? Надо ответить. Ну, я думаю, что люди по-разному читают интонации. Если мы не говорим о президенте, у нас достаточно 90% там эфира, тем более на губернском, муниципальном там уровне и так далее, там по стране заполнено какими-то официальными вещами. Я уважаю пост президента моей страны. Если я не говорю с придыханием о президенте, это не значит, что я считаю, что это просто несколько перекрученное отношение. Презрительного отношения нету. Дело в том, что презрительное отношение власти к людям порождает какие-то вещи. Мы стараемся действовать и всегда в эфирах и прочее. Мы не нарушаем уголовный кодекс. Мы никого не оскорбляем. И мы не нарушаем свою шкалу ценностей, нравственный кодекс. Если кто-то считает, что надо только хорошо, хватает у нас пока еще свобода слова. И слушайте программы, где говорят с придыханием. Я хочу сказать, уважаемый житель нашего города, мы живем в одном городе и в одной стране, что ничего личного в данной как бы ситуации нету. И намерения оскорбить или унизить абсолютно как бы у нас нету. Равно как и нету позитивного отношения. А обо всех вещах, пока не дай бог не началось кроме крови, можно говорить иронично и весело. Если кто-то не отличает иронии нормального человеческого качества, мы забыли, что мы живем в нормальном человеческом мире, в котором есть еще вещи, кроме политики. И без юмора совсем тяжело, конечно же. Я думаю, что мы продолжим еще наш разговор. Остаетесь у нас в студии побольше, трошки гостей у нас пізніше. У нас будут и журналист, и участники Дніпропетровського Євромайдану. До речі, послухайте пряму мову мітингувальників із Дніпропетровська маємо. І, можливо, декого з них ви пізнаєте і побачите у студії. Первое требование. Правительство в отставку, Януковичу импичмент, естественно, в Европу, ассоциацию надо подписывать. Это самое главное, потому что молодежи нашей, я уже не поеду в Европу, я уже не смогу и не успею. Молодежи нашей, это будущее, это открытые должны быть двери нашему будущему. Я только ради этого, ради своих детей и будущих внуков. Нарушаются все мыслимые и немыслимые и права, и законы. Если мы сейчас не отстоим, если сейчас мы свернем все это, что мы начали, я думаю, нас ждет
большое разочарование. Набридло мовчати, набридло терпіти за це все. Це вже не годиться нікуди. Потрібно виходити і щось діяти, тому що ми є молодь і за нами все стоїть. Сила в нас. Я вважаю, що треба йти в Європу. Нехай спочатку буде важко, нехай перші роки буде важко, у нас буде якісь кризи, можливо. Так, але вже принаймні наші діти будуть жити краще, я в цьому впевнена. У мене і дочка, і син. Я засуджую цю владу, їхні поступки в ніч на 30 жовтня. І тому я прийшов висказати свою недовіру цій владі. І надіюсь на покращення. Ви звертаєтесь до солдатів, до офіцерів, до міліціянтів? Звичайно. В першу чергу, тому що це наші правозахисники. Я би хотів, щоб вони діяли згідно Конституції, згідно тих правил, які вони зобов'язані виконувати. Вони повинні розуміти, що руку піднімати на дітей, це ні під яким міркам не підходить. Я засуджую це. В місті у нас збільшується кількість прихильників Євросоюзу, які не бояться показати, що вони за Євросоюз. Головне показати, що місто наше козацької слави, що воно дотримується і повертається до своєї батьківщини Європи, бо ми Європа. Ще раз вітаю наших глядачів, вітаю тих, хто приєднався до нашої бесіди, вітаю нових гостей нашої студії. Представляю вам Олександр Пугач, він журналіст порталу «Город ТВ», Максим Мірошніченко, він приїхав з Євромайдану у Києві, і Віктор Компанієць, мешканець Дніпропетровська, так. Так? Правильно. Так, доброго вечора вам. Доброго вечора. Присоединяйтесь к нашей беседе, пожалуйста. Я коротко, каждый из вас определите, что происходит у нас сегодня в стране. Ваше определення. В Україні зараз відбувається те, що люди не задоволені тим, що відбувається. Тому що цей режим, він себе вже вижив. Він накопичував цей народний гнів своєю поведінкою до 2004 року, з Дня Незалежності. У 2004 року люди вийшли, відстояли своє право. Тоді все це трошки так спустилося. А сьогодні знову відбувається те ж саме. Тільки вже сьогоднішня революція, вона більш радикальніша, ніж та, що була в 2004 році. От хоч і кажуть там, не ведіться на провокації, таке інше і все таке. Але давайте будемо відвертими. Після того, що трапилося в ніч з 30 на 1 грудня, про які мирні заходи взагалі можна говорити? Дякую. Пожалуйста, ваше мнення. Дякую. А що відбувається? Відбувається те, що люди виходять на Майдан. Чому вони виходять на Майдан? Тому що їх ніхто не чує, не прислухається, не враховує їх думки, їхні побажання, їхнє бачення майбутнього. Це те, що влада не дослухається, те, що вона зайнята своєю працею, своїм заробітком або своїми справами окремо від народу. Оце воно і є те, що люди вийшли на Майдан та й кажуть те, що думають. Я спитаю Максима зараз, чи багато там у Києві на Євромайдані роздягнених дітей? Ви бачили, ви були. Дуже, дуже опікуються наші гості, наші глядачі, що діти мерзнуть на Майдані. Що ви побачили? На самом деле, мені навіть непонятно, чому говорять, що там багато дітей. Ну, це говорять люди, які там не були. Я хотіла б там сказати. Угу. Ну, що значить діти? Ну, людям, яким після 18 років, ну, це не діти, извините мене. И что значит привезли? Ну, человек, взрослый человек, захотел туда и приехал. Ну, за руку никто не водит, не вырывает от у мамы из-под юбки. Туда приходят люди высказать свое мнение, свою позицию. И в принципе, как по мне, я там был 2 дня и как бы видел достаточно разные вещи. Кстати, ходил каждый день по нескольку раз, ходил и к антимайданщикам. Там тоже стоят на самом деле обычные люди. Я бы их не называл там тетушки, провокаторы. Это слова какие-то уже, они сильно как-то в обиход вошли и их часто путают. Скажу, что сейчас в Украине происходит противостояние Украины и Совка. Нельзя это сказать. Ну вот да, может быть, действительно мы кого-то. Вы тогда объясняете, словом, что, да. что вы подразумеваете под словом разные совок. Поколения по-разному, чтобы зрители совок, как понимали. По мне, я вот как человек, который
родился в СССР, но помню от того времени только вот этот вот бумажный рубль, длинненький, красненький, с Лениным. Как по мне, совок — это... Это устаревшее мировоззрение. Понимаете? Да, это мировоззрение, которое не допускает того, что можно просто прийти на площадь, собраться там, вполне законно, на каких-то законных основаниях собраться и просто сказать вот так вот открыто власти нет. Что законно мы говорим о том, что гарантировано конституция. Возразить милиционеру, потребовать у милиционера удостоверения. И вони тобі кажуть, та ти що, здурів, ти що, ти що, ти ж зразу все, це все хана. Не вздумай навіть. Ну, это моё. Которое не ограничивается личным мировоззрением, а требует того же от других. Я думаю, что Мише, наверное, менее это знакомо, потому что я еще помню, да, как к этому относились. Если слово милиционера для тебя закон, должно быть. И, возможно, какое-то время так и было. Может, милиционеры другие были? Может, милиционеры тоже были. Они служили, может быть, государству. Если мы бачили патруль, мы думали, я в безпеці, то теперь, когда мы бачим патруль, мы думаем, кричали, я милиция. Не в безпеці. Милиция, спасите, а сейчас зачастую милиция спасается, кто может. Можно я скажу по поводу совка. Однажды мой начальник бывший рассказал очень интересную историю. Она в школе, в классе была, ну, не комсоргом, тогда там пионеры были, ну, вот главное, да, вот по пионерам. У них в классе, 9 класс, у них, по-моему, 9, у них в классе забеременела девочка. Собрали родительское собрание, то есть это родители всех детей из этого класса, директор школы, это было при девочке. Естественно, там АНН там поназидали, что очень плохо, и попала, ну там вот по этой вот пионерской линии попала вот женщине, которая была мой начальник. Я у нее спросил, почему, вот в чем дело, не усмотрела. Не усмотрела. Маленькое просто уточнение. Вот для всех и для людей старшего возраста мы говорим, подчеркиваю, о совке как о мировоззрении, о тупиковом. Да. Это был. Мы не говорим о прекрасных бардовских песнях, мы не говорим об Акуджаве, мы не говорим о великолепных писателях, мы не говорим о великом кинематографе, мы не говорим о действительно какой-то, на чем она держалась, о дружбе действительно людей, о каких-то взаимоотношениях, но все там когда-то уходит. Мы говорим о совке как о тупиковом мировоззрении, где права человека, его достоинство. Это сопли можно считать, но они выше, чем кусок. Хорошо, когда есть кусок хлеба, на него намазано достоинство. Но все-таки это уже выбор человека. Вы согласны с тем, что все-таки столкновение идеологии происходит? Произошло, происходит сейчас. Каких-то... Смотря что считать идеологией. Ну, даже людей, которые... Это точно. Людей, которые хотят возврата сталинских ментальности, времен, это да, не идеология, советских времен, ностальгирующих по советским временам сегодня действительно очень много. Это власть не сталинистов, у этой власти же нет идеологии, равно как нет идеологии оппозиции. Это не, если бы это была чисто идеологическая борьба, это не Карл Каутский там пишет письма кому-то, это, ну хорошо, это когда, борьба ментальности и борьба денег. Когда жители Западной Украины называют бандеровцами, это тоже... Это раскол, идеология, на который, неосвеченности, мне на который начало действительно... И Европа — это то, что нас бы действительно... Стремление в Европу. То, что нас действительно бы объединило. А то, что сейчас очень пугающая работа на раскол, и даже вот здесь вот западный... У молодежи, поверьте, я работаю с молодежью, я встречаюсь с молодежью много, и знаю их настроение из западных. У нас в лиге играют команды и из Львова, и из Донецка. Это все настолько уже сглажено. Это уже, ведь это же для них вся эта евроинтеграция и прочее. У них уже этого раскола нету. Поверьте мне, я отвечаю за эти... Я слишком пафосно, но я отвечаю события, за это. Тем более, скорее наоборот. Наоборот, объединили Запад и Восток страны. То есть мы не можем сказать, что на площади выходят только, приезжают в Киев из Западной Украины. Конечно. Да, но все-таки большинство оттуда. Я скажу, что среди сегодня людей, которые выходят на провладные майданы, там тоже есть люди, которые хотят евроинтеграции. То есть получается, что как-то по-разному хотят, все или как-то под разными знаменами хотят? Уже такая ситуация, что люди уже не за евроинтеграцию выступают. Евроинтеграция, да. Зараз уже первое питание – это дайте нам вольно жить. Дышать, да, дайте дышать. Вільно. Нам не треба там ни хліба, ни масла.
дайте нам вільно міркувати, як нам Шевченко заповіщав. Зрозуміла вас. По хвилині на кожного, як ви бачите, як ця ситуація буде розвиватися, як її вгамувати, як нам до ладу дійти? Хто перший починає? Пусть молодий. По хвилині. Мені здається, що... У них зріння краще, вони бачать краще. Дивлячись на дії опозиції, розумію, що ніяких кардинальних дій і змін не буде. Тобто зараз відбувається те, що було в 2004 році. Тобто прийдуть щось так, покричать і все залишить. Мені здається, що треба, щоб хтось із народу просто вийшов, як це було у Грузії, як Саакашвілі опинився президентом. Кричали, захоплюємо парламент, забігли, захопили парламент, а що далі робити? І тут Саакашвілі кажуть, давай, штовхнув його хтось, він вискочив, все, став президентом. І подивіться, що зараз в Грузії відбувається. Люди можуть на вулиці покинути машину відімкану з ключами в замку зажигання, і ніхто не підійде, нікого так не буде там підвішувати зробити. Дякую, Віктор. По-перше, у вас у вставках було багато людей, які казали, на що нам Європа, ми ще не доросли до Європи. 4% українців було в Євросоюзі, в Європі. Як останнім людям об'яснити, що це таке Європа? Коли їдеш з Києва на експресі в Дніпропетровський, коли скорість 141 км в час, то тільки отак от держишся і думаєш, все, не треба, більше не треба. А коли в Штутгарті їдеш 262, задоволення отримаєш. Тобто, що ми будемо адреси туристичних фірм роздавати? Ні, це я просто про європейський спосіб життя. Щось іще хотів сказати. Ну, вже, що мабуть... робити? Як нам значить, що робити? Мирити? Дивіться, як зараз працює час. Майдан програє економічно, бо це все однаково великі витрати. І він слабкіший в силовому. Але в чому сила Майдану? І що на його користь зараз грає? Це час. Треба вистояти. Вистояти. Через ротацію, через будь-що. Однаково майданівців більше, ніж беркутівців. Понімаєте? Вистояти разом, не бути байдужим. Будь-як. Я, наприклад, будівельник. Да? Я не можу зараз поїхати, тому що ну, так сталося, що багато у мене підрядчиків, і я не можу. Я зрозуміла. Ви таке рішення, Максим. Мені теж кажеться, що треба стояти тут. Є рішення суда, і в воскресенье, якщо я не ошибаюсь, рішення суда вони можуть прийняти в 4 часа утра. Мені би хотілося посмотрети. Ну так уже, якщо по-європейськи, да? Якщо вже по європейським законам, то є рішення суда, яке потрібно виконати. Ситуація зараз не знаходиться. Дуже коротко, пожалуйста. Ситуація не знаходиться в правовому полі. Вот уже ее переступила вот та вот сторона впервые, когда разогнала митинг. Все. Да, они сейчас получают результаты. Единственное, что Майдану сейчас нельзя тоже идти на силу, потому что это они в моральном плане они проиграют. Только мирное решение. Да. Пожалуйста, не знаю, очень-очень. Нет, давайте я пропущу. Подождите, я действительно я думаю об этом, я не знаю. Давайте пропустим. Красивые тогда, слова говорить тогда, не буду. Тогда, Михаил, вы за двоих. Резюмируйте. Что делать? У меня тоже нет сомнений, что если Майдан сейчас разойдется, это будет неправильно, потому что, по сути, не то чтобы найдены какие-то даже компромиссы, не было, не наказан ни один человек, ответственный за разгон Майдана. То есть даже каких-то показательных отставок их тоже не было. Это, что является пощечиной всего. Это даже не абсурдно. Само собой. Это, расследование и наказание, да, вы считаете? Уважаемые Нет, коллеги, наше эфирное время заканчивается. Я пропоную нашим глядачам послухати ще одну думку. Думку відомих в Україні творчих особистостей. Ми розуміємо, що симпатії у всіх різні, безумовно. Але це люди популярні серед більшості. І ми також вважаємо, що їх варто послухати. Однаково не вірю ні опозиції, ні владі. Таке враження, що вони хочуть мені продати стару машину за ціною нової. І тому дуже шкода мені, що вони, маю на увазі опозиція, не робить нічого чіткого. І ті люди мусять мерзнути, діставати по голові, але щось я не бачив жодного депутата з представників опозиції, які керують Майданом, щоб вони дістали по голові. Я не ходив сюди за лозунгами, я не ходив сюди за відозвами, я ходив сюди і прийшов сюди до вас, тому що я не міг не прийти. І це і є справжнє виявлення своєї свободи, це є повага до себе, повага до кожного з нас. Хочу сказати їм, давай, мила моя, вставай! Сіме руку.
за свого. Ну, ось такі справи маємо. Да, обличчя різні, думки також різні. Я, на жаль, наш ефірний час на сьогодні завершено. Я дякую всім нашим гостям, які прийшли сьогодні до нашої студії і висловили свою думку. Хочу подарувати вам ось такі символічні подаруночки. Все ж таки, Новий рік наближується і свято Святого Миколая. Передайте вашим колегам, будь ласка. Я думаю, що все буде добре і все буде вирішено мирно. Нашим глядачам, дякую вам за увагу. Слідкуйте за подіями. І я сподіваюся, що буде тільки мирне і конструктивне рішення. І ми вийдемо з цієї складної, надзвичайної ситуації. Дякую за увагу. Залишайтеся на нашому каналі. До побачення. Тепер армія буде приймати тільки добровольців з гарним здоров'ям. У 2014 році контракт підпишуть 7 тисячами людей. Державна програма передбачає оптимізацію чисельності, доведення чисельності Збройних сил України на кінець 2017 року до 122 тисяч військовослужбовців. Поки про переваги нової контрактної армії можуть розмірковувати тільки ветерани, як Олександр Якович, який все життя віддав службі. Государство без армії – це, як говорять завжди, що справка без печаті. Недоборів більше не передбачається. Конкурс в контрактну армію України – 15 осіб на місце. Кандидатам – від 18 до 40 років. Коли ребята йшли на срочну службу, їх провожали всім селом, всім двором. І вони повернулися вже состоявшимися мужчинами. Контрактна армія – це ще і стабільна зарплата, соціальні гарантії та якісне медичне обслуговування. Ці переваги оцінили 60% нинішніх військовослужбовців. Ребята, які в цьому році вже останній раз призвалися на срочну службу, я, звісно, пожелав би тільки удачі. Завершиться реформа армії у 2017 році. Вона дасть кваліфікацію і професіоналізм. А держава подбала про житло майбутніх контрактників вже сьогодні. На це виділено 1 мільярд 200 мільйонів гривень.